Ваша вода. Как вы? Лучше, Кандемир. Не понимаю, сразу с кулаками бросился и слушать не стал. Ты еще не молчишь? Спрашивать надо, на кой мне сдалась ваша кафешка? Просто имена похожие, совпадение. Только мы поговорили о кафе, и тут же твой помощник говорит о ком-то по имени Ченг, который оказал тебе услугу. Это совпадение? Милая, знаешь, Ченка из Англии, друга моего. Мы о нем. Да, именно. Тайла, тут легко неправильно понять. Очень странное совпадение. Это тебя никак не оправдает. Ты испортил вечер, который сам же и устроил. Да. Я и не говорю, что не виноват, но ты предвзято. Смотрите, все не замолчит. Посмотри на меня. Тебе очень повезло. Скажи спасибо нас, иначе я бы заставил тебя ползти в тюрьму. Делай, что хочешь. Все. С меня хватит, я пошел. Тайланд, постой! Это просто большое недоразумение. Давай закончим это. Да, давай закончим. Постой, я с тобой. Донесешь мою сумку до двери? Нас, постой. Я сейчас очень на тебя злюсь. Я даже не могу слышать твой голос. Не говори со мной. Успокойся. Он все спланировал, разве ты не видишь? Ты клюнул на его наживку. Такими темпами ты точно потеряешь нас и проиграешь. Феррат, не грусти, пожалуйста. Как тут не грустить, когда с семьей такое? Феррат, ты сделал все, что мог. Иногда этого не хватает. Что поделать? Нечего. Все, баста. Все, конец. Скажи честно, ты просто нашел шанс его ударить? Доктор всегда бьет в спину. Это все его рук дело. Но я не могу этого доказать. Ченг его человек. Он действует через него, чтобы не афишировать свое имя. Феррат, у таких связей везде, даже в полиции. Пожалуйста, ничего не предпринимай, чтобы все не испортить. Мирза, это не может быть совпадением. Разве закон не для всех написан? Если мы виновны, понесем наказание. Ну да. Моя вражда с доктором – это другое. Пусть делает со мной, что хочет. Я на все готов. Но моя тетя... Да я мир ради нее сожгу. Ох, Феррат, нам же дадут кредит. Ты меня знаешь, вы мне как братья. Завтра решится моя судьба. Все будет зависеть от решения банка. На кону судьба моя и нашего кафе. Будь проклято это безденежье. Мы мужчины. Три отличных мужика, а долг оплатить не могут. Как так-то? Мы найдем решение. Я в это верю. Даже если кредит не дадут, мы обязательно найдем способ открыть наше кафе. Правильно. Эх, весь труд на смарку. Нас и шебнем, наверное, грустят. Да, нехорошо. Но нужно взглянуть на это с другой стороны. В этот раз нас тебя не уволило. Интересно, почему? Наверное, ждет до завтра. Месть ведь подают холодной. Что бы она ни сказала, будет права. Кажется, ты уже не злишься на нее так, как раньше. О чем ты говоришь? Я накосячил и признаю это. Нас, наверное, сейчас подготавливается. Подбирает оружие для мести. А потом подойдет такая... Это за Тайлана! Это за поцелуй! Это за Арду Тюркмена! Грешно, грешно! Ой, какое грешно! Заикал.